В Шымкенте продолжаются рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению преступности. Сегодня абайским отделом полиции Департамента внутренних дел города Шымкента по многочисленным жалобам будет проводиться рейдовое мероприятие по профилактике и пресечению преступности. Данное мероприятие пройдет с 8 вечера и до часу ночи. В ходе рейдовых мероприятий в Абайском районе были задержаны 83 гражданина. 22 представительницы слабого пола к тому же оказывали платные интим-услуги. В течение двух последующих дней сотрудниками правоохранительных органов были составлены 63 административных протокола. Примерно в 3 часа дня дорожно-транспортное происшествие произошло в 112-м квартале областного центра. На пересечении улиц Аманжолова и Аманкулова столкнулись два автомобиля «Део Нексия» и «Тойота Ланд Крузер Прадо». По словам очевидцев, «Прадо» выезжал со второстепенной дороги на главную, не уступив полосу «Део Нексия», которая двигалась по главной дороге. Итог столкновения, в результате которого внедорожник получил сильнейший удар в бок, перевернулся, словно и не был в 2,5 раза тяжелее «Нексии», да и так и остался лежать на правом боку. Никто из людей не пострадал, а автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. В Шымкенте нашлись родители 3-летнего малыша. Маму мальчика забрала его из Альфа-Арабийского отдела полиции. Напомним, 25 июля около 19:00 в стационарный пункт полиции на перекрестке проспекта Талкихана и улицы Байтурсынова испуганного мальчика привел мужчина. Горожанин рассказал полицейским, что нашел ребенка неподалеку на улице и, похоже, малыш потерялся. Говорят, что мама оставила младшего ребенка со старшим играть во дворе, а сама ненадолго отлучилась в магазин. Нескольких минут хватило любознательному малышу, чтобы сбежать от старшего. Адриан! Сколько тебе лет? Руками покажи. 3? Где живешь? Адрес знаешь? Да. А? Если тебе покажут адрес в машине, знаешь, где живешь? У мамы нету машины. Утро с первого.